В данном видеоуроке мы расскажем вам, как настроить прокси-сервер в разных браузерах. Для настройки прокси в Internet Explorer необходимо открыть меню «Сервис» — пункт «Свойства обозревателя». Далее в появившемся окне откроем вкладку «Подключение» и нажмем кнопку «Настройка сети». В нижней части нового окна поставим галочку напротив слов «Использовать прокси-сервер», а затем введем адрес сервера и его порт. Чтобы настроить прокси в Mozilla Firefox, нажмите кнопку меню и откройте пункт настройки. Далее перейдем к разделу Дополнительные и откроем вкладку Сеть. Теперь кликнем настроить и в новом окне активируем пункт Ручная настройка сервиса прокси. После чего осталось лишь ввести адрес прокси и порт. В Google Chrome нажмите кнопку в виде гаечного ключа. Затем перейдите к пункту настройки. В открывшейся вкладке необходимо нажать на ссылку Дополнительные настройки. Давайте немного прокрутим список вниз до появления раздела Сеть и кликнем кнопку Изменение параметров прокси-сервера. В открывшемся окне нажмем кнопку Настройка сети, а затем установим параметры прокси.